Антропоморфную стелу, которую нашли в Слободзейском районе, уже изучают эксперты. Ее отправили в лабораторию при ПГУ. Археологи уже сейчас говорят, эта плита уникальна и не сравнится с теми стелами, которые находили раньше. Летнее солнце, поле подсолнухов и группа археологов в Слободзейском районе раскопали древнейший курган. Тысячи лет вот эта плита скрывала вход в одно из погребений. Плита со следами красной охры и особыми символами. Специалисты говорят, находка уникальная. На ее лицевой стороне изображения нанесены красной краской, то есть красной охрой, а не вырезаны, так сказать, в рельефе. А на оборотной стороне есть рельефный орнамент. Отличается таким образом она от предыдущих, от ранее найденных стел. Причем на лицевой стороне есть достаточно выразительное, отчетливое изображение глаз, усов, так сказать, носа. Последние 30 лет было найдено всего 5 стел в Слободзейском районе и менее десятка во всем Приднестровье. Поэтому каждое из этих изваяний представляет собой уникальную находку, поскольку дает представление не только о погребальном обряде тех людей, которые изготавливали и устанавливали в погребениях подобные стелы, но и, так сказать, в целом о духовной жизни этого древнего общества. Поражает и возраст находки. Скорее всего, стела старше египетских пирамид, говорят археологи. Сейчас стелу отправили в лабораторию, там ее изучат подробно. Он еще в процессе расчистки. Но погребение с подобными стелами мы уже датировали с помощью радиоуглерода. Датируются они в промежутке примерно 4800-5000 лет назад. Это, чтобы вы понимали, на почти полтысячелетия старше знаменитых великих египетских пирамид. Сейчас в выставочном зале парка Екатерины есть подобные стелы. Это находки прошлого сезона. Скоро компанию им составит и эта плита. А в будущем антропоморфные стелы займут свое место в музейном квартале. Она на самом деле может быть установлена в аллее стел в Государственном историко-краеведческом музее, который сейчас строится. Но для этого каждое изваяние должно пройти специальную обработку для, так сказать, минимизации негативного воздействия атмосферных всяких факторов. А пока археологи продолжают исследовать древний курган, здесь планируют найти еще больше захоронений и исторических артефактов. Уникальная возможность перенестись на целые тысячелетия назад.